Серьезный старт молодой федерации. Из состязаний по кикбоксингу в подмосковном Красноармейске спортсмены из Иваново привезли звание чемпионов России и призеров. Участвовали в соревнованиях 250 бойцов со всей страны. Нашим удалось достичь высоких результатов. Было много спортсменов, все достойные. У меня был один бой. Закончила я его в первом раунде нокаутом. Соперница была тоже достойная. Но я выиграла, я рада. Федерация тайского бокса существует в регионе 2,5 года. Тренируются спортсмены 5 дней в неделю. Перед ними важная цель – популяризировать этот спорт. Но можно сделать это, только добившись высоких наград. Основная задача – мы ставим подготовку чемпиона мира, тем самым популяризировать эти единоборства, чтобы придать массовость, чтобы привлечь детей для занятий спортом, для здорового образа жизни. То есть вот такая задача. Ну, для нас чемпион мира – это локомотив, то есть который поведет за собой детей, молодежь, для того, чтобы занимались спортом и везли здоровый образ жизни. Камиль на соревнованиях стал чемпионом России. 2 из 3 боев завершил досрочно – нокаутами. Мне нравится сам ударный вид спорта. Это руки, ноги, там, ну, все, сами единоборства. Не только кикбоксинг, мне нравятся и другие виды спорта. Просто вот в этом виде спорта я нашел себя, и я вижу в этом спорте свое будущее. Я двигаюсь к цели стать чемпионом мира, как бы, и вот это моя цель. Вот потихоньку двигаюсь в этом направлении. Спортсмены из Иваново своими победами заслужили путевку на чемпионат мира по кикбоксингу, который пройдет в октябре в Риге. У ребят есть неделя перерыва, а после начнутся усиленные подготовительные тренировки. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.